Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» присоединились к общественной акции «Снежный фронт». В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» партийцы оценили эффективность работы городских коммунальных служб и управляющих компаний по очистке крыш многоквартирных домов от снега, сосулек и наледи. Контрольная группа осмотрела кровлю домов номер 1, 3, 5, 17, 19 и 29 на Можайском шоссе, а также дома номер 18 на улице Молодежной. Замечаний выявлено не было.